Друзья, всем привет! Если у вас на матрасе появилось пятно, я вам покажу, как его просто и быстро убрать. Ингредиенты самые доступные, и нам понадобится перекись водорода. И также я беру любое средство для мытья посуды. Даже можно жидкое хозяйственное мыло. Можно использовать, конечно, пульверизатор, но мне удобнее так. Я наливаю в посуду 3 столовые ложки перекиси водорода. И добавляю туда пол чайной ложки средства для мытья посуды. Не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео. Наношу на пятно и оставляю минут на 5-10. Если пятно очень сильно застарело, нужно взять щетку и почистить. Желательно такую вот достаточно твердую щетку, чтобы пятно прям хорошо-хорошо убралось. После этого я беру салфетку из микрофибры и протираю. Оставляю ненадолго, это пятно очень быстро высохнет, имеется в виду след от пятна, очень быстро высохнет, и уже можно будет застилать постельное белье. Друзья, вот такой вот классный способ, обязательно попробуйте. А на этом я хочу с вами попрощаться. До следующих встреч. Всем пока-пока.